Совхоз Воронова Московской области. Весь производственный процесс здесь построен по типу конвейера. Каждые 13 дней из ближних колхозов и совхозов сюда завозят 400 бычков. 392 дня длится откормочный цикл. За это время вес животных достигает 400-500 килограммов. В итоге 5000 тонн мяса в год. Высокая производительность, дешевый продукт и совершенно новые условия труда. Пуск этой фабрики фермы совпал с объявлением программы «Нечерноземья». Так было рассчитано. Нужен был экспериментальный полигон и школа для других хозяйств. И пошли расти, как грибы, такие комплексы по всем областям и республикам Нечерноземья. По ближайшим планам, уже к 80-му году будет действовать таких комплексов более чем на 2 миллиона голов крупного рогатого скота. И столько же для выращивания свиней, и больше миллиона дойных коров поселится в механизированных фермах. Дело здесь не только в миллионах. Такая доильная карусель, которая действует на молочном комплексе Щапово под Москвой, помогает четырем операторам выдаивать стадо, на обслуживание которого раньше потребовалось бы 100 доярок. 4 вместо 100. Специализация производства – это и специализация человека. Повышение требований к его учености, квалификация. Отсюда заинтересованность человека, стимул профессионального роста, но и нужда в грамотных, специально подготовленных кадрах. Thank you.